Город Родовой Доблести. Температура воздуха в Омске плюс 5 градусов. Местное время 5 часов 29 минут. Всем привет из Сибири. Вот она, река Иртыш. Здесь ледоход. Пойдемте здесь пройдемся. Сердце создано, чтобы служить нам. Я не могу без счастья. Мне нужен час покоя своим счастьем. Ты что, сбежала из санатория? Ба! Правда пойдет перед ней. Ну, он впадает в Иртыш в той части, да, верно. Но река дала название городу. Да, поэтому вспоминаем. У них даже разный цвет. У Иртыша более светлый, у этой реки более желтый. Они... Находимся в музее имени Врубеля в Омске. И это отсек наших отечественных нанотехнологий. Валерия, ну как нанотехнологии? Пасхальное яйцо. Великолепно. Как обойтись нам в России без каравана верблюдов в ушки иголки? Замена микропроцессора. О. Тебе не кажется, что за нами постоянно следят? Камеры? Нет. Михаил. Вот она. Она сзади, она следит за нами. Ай-яй-яй. Может быть, у нее такая работа? Да, это очень даже хорошо. Вам не понравилось? Слишком понравилось, я не хочу отсюда выходить. Перенесся в другую эпоху. Эпоха Возрождения? Это декаданс. Просто Петродворец. Михаил, маску нужно целиком надеть. Похоже на панфлейту, да? Да. Айвазовский не всегда рисовал море. Иногда он рисовал овец. Весна.
одна. Не люблю я музей, не люблю. Потрясающий шквал эмоций, буря, восхищение, восторг. Была просто изумлена, восхищена. Это такая акустика, это просто, это непередаваемое ощущение. Спасибо доченьке, это нам не сделала подарок на день рождения. В полном восторге, спасибо большое коллективу этому. Это тройная съемка. 3-4. Осторожно, сзади обрыв. Не отрывайтесь головой от Валерии.